Здравствуйте, дорогие подписчики. Пришло очередные три посылки с Алиэкспресса. Шли от 20 до 27 дней. О. Вот одна из первых вещей, это у нас ремень Calvin Klein. На сайте он стоит 500 рублей. Сейчас посмотрим. Так. Вот такая вот бляха Calvin Klein. Пипочка. Оп, уберем ее. Ну, такой. В принципе, нормально. Дырочек мало. Ну да ладно. Пойдет. Так. Тут у нас пришло. Так, визитка. eBay. Хотя с Алиэкспресса заказывал. Ой, сколько пакетиков. Это у нас алюминиевый бампер. Болею. Так что не обращайте внимания. Вот так вот. Фирма. Так. Была какая-то. Ну ничего, так откручивается. Потом вставляется громкость. Сойдет. Так, и третья посылка. Потом. Так, в пакете больше ничего нету. Раз, два. Это что? Что-то я вот не помню. Я, по-моему, не заказывал. Пленочки защитные. Видимо, подарок. Мобил кейс. Что за мобил кейс? Ну, такие простецкий чехол. Да, и вот это. Два одинаковых. Все, подписывайтесь, ставьте лайки. Будем смотреть вещи скоро.